Всесвітній день боротьби зі снідом. Це наше професійне свято. І розділимо ми його з вами та з красунею Вірою Брежнєвою. Первый декабря по всему миру отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Кампания, которая сегодня начинается, это просьба и провокация между людьми для того, чтобы сдавать тест на ВИЧ. Существует жизнеспасающее лечение, которое делает так, чтобы люди не только при ВИЧ-инфекции не прогрессировали от ВИЧ-инфекции до СПИДа, и им не грозили даже смерть, связанная со СПИДом. Но только в том случае, если, во-первых, они знают о своем статусе, во-вторых, что они немедленно будут иметь доступ к жизнеспасающему лечению. Так что я буду участвовать с удовольствием в сегодняшнем тестировании и, конечно, буду поддерживать такие программы и будучи министром, и не будучи министром. У нас были дебаты насчет, насколько это по законам Украины вообще можно такое делать публично. Но оказалось, что можно, если не будут результаты, потом публично все объявлено. Так сказать, на себе испробуем, покажем, как будут проходить тесты в доступных точках. Если какие-либо риски были в течение последних 3 месяцев, они не входят в данный анализ. Угу. Ну как? Да как? Ничего, нормально? Ничего. Неожиданно нормально. А как быстро покажется результат? Буквально 10 минут. Правда? Нужно подождать, да? Для нас дуже важливо, щоб ті 20-літні, хто сьогодні є здоровими, здоровими й залишилися. Для присутньої тут преси і для наших колег добре відомо, що 57% ВІЛ-інфікованих осіб, які проживають в Україні, живуть насправді в 4 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській. До початку відомих подій на сході України 15% ВІЛ-позитивних осіб жило в Донецькій, Луганській області, величезна кількість з яких сьогодні мігрують по всій території України. К чому хочеться прийти? К тому, щоб кожен чоловік сознательний узнав свій статус благодаря тесту на ВІЧ. Перше, друге, щоб ці тестування стали регулярними. І третє, щоб люди, які знають свій статус, якщо він ВІЧ положительний, щоб вони йшли в центр і отримали лечення, яке, слава Богу, може на даний момент обеспечити нам государство. Вер, скажите, пожалуйста, носите ли вы с собой презерватив? Нет. Нет, почему? Нет, ну потому что у меня случайных связей нет. Почему именно это направление? Ведь благотворительность, она разнообразна. Совсем не хочется, чтобы в 2020 году у нас 99% были ВИЧ-инфицированы, правильно? Это не хочется никому. У меня двое детей, да, я хочу, чтобы мои дети были здоровы, я хочу, чтобы дети моих детей были здоровы. И, собственно говоря, это такой мой вклад в будущее, в наше поколение, можно так сказать. Я вот надеюсь, что у меня есть единомышленники, да? Ведь да? Как проходил ваш первый тест на ВИЧ? Самый первый тест на ВИЧ я сделала в 19 лет, когда я забеременела своей первой доченькой. Но я даже не задумывалась над тем, что это и как. Но анализ такой же, как на все остальное. Сейчас я уже знаю, что такое тест на ВИЧ, и я понимаю, что это на самом деле делается легко и просто, и очень, очень легко и просто на душе, когда ты знаешь свой статус. Мы хотим вам сделать подарок. Да, давайте. Я это сможу. Вот. Теперь, конечно, я это сможу, я еще потребна буду. Мой размерчик, да. Можно. Супер. Со вкусом банана и клубники. Дорогие и прекрасные украинцы, жители Украины, зрители ICTV, я хочу пожелать вам быть здоровыми, я хочу пожелать вам бдить о своем здоровье, я хочу пожелать вам, чтобы ваши семьи были здоровыми, чтобы были крепкими, и чтобы все-таки ваше осмысление жизни касалось в первую очередь вашего здоровья. Давайте, я с вами. Я это сможу.